В домовом храме в честь собора белорусских святых Минского епархиального управления на Пасху было многолюдно. Православные верующие в светлый праздник Воскресения Христова собрались для того, чтобы в совместной молитве с митрополитом Филаретом разделить радость о воскресшем Спасителе и услышать слова назидания от архипастыря. По завершении богослужения был совершен чин освящения Артоса. Затем митрополит Филарет преподал верующим архипастырское благословение и вручил каждому сладкий подарок – пасхальное шоколадное яйцо. Воскресение Христово – это событие, которое имеет отношение к каждому из нас. Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И мы, насколько это можем, будем носить бремена друг друга и так исполним закон Христов. Дорогие братья и сестры, да воскреснет ныне любовь в наших сердцах. Верующие помнят и ценят созидательные труды владыки Филарета, направленные на всестороннее развитие епархии и прихода в Белорусской Православной Церкви. За более чем 35-летнее архипастырское служение на Минской кафедре митрополит Филарет духовно сроднился с народом Беларуси. Ныне, став почетным патриаршим экзархом всей Беларуси, владыка Филарет, как и прежде, пользуется высоким авторитетом и продолжает свидетельствовать о силе и торжестве православия. Информационный портал Собор.бай для православного телеканала «Союз».